Я уверена, каждая из вас уже успела испытать на себе силу своей мысли. Она помогла вам достать звезду с неба. Или наоборот, вы еще не умеете ей пользоваться, но очень скоро научитесь. Мысль заставляет вас испытать эмоции, которые, словно повелители судьбы, рисуют ваш пейзаж. Эта сила способна привести вас к успеху, признанию, притянуть в вашу жизнь любовь того самого мужчину, который растопит сердце и зажжет взгляд. Сегодня, дорогие, я хочу сделать вам подарок – инструкцию по привлечению в свою жизнь избранника. Шаг первый – обнаглейте. Пора перестать довольствоваться образом мужчины из разряда «пойдет» или «так себе». Какого избранника вы действительно хотите видеть рядом с собой? Красив как бог, внимателен, в меру лоялен, умеет хорошо зарабатывать. Почему бы и нет? Позвольте себе иметь самое лучшее. Шаг 2. Не увиливайте. Пришло время взять на себя ответственность, делать все, чтобы привлечь нужного человека в свою жизнь, а также самой измениться в лучшую сторону. Не тяните, не откладывайте свое счастливое будущее на потом. Сейчас самое время. Шаг 3. Осознайте и запишите. Прочувствуйте настоящее, ощутите эту самую неудовлетворенность, а затем мысленно взлетите. Представьте, какой будет ваша жизнь с ним. Запишите свое желание на листе. Шаг 4. Ответьте себе зачем. Продолжите писать, перечислите все свои тайные мотивы, причины, которые влекут вас в это путешествие. Например, зачем я хочу быть в отношениях с таким человеком? Выньте из себя все самое сокровенное, не стесняйтесь. Шаг 5. Побудьте педантом. Еще раз остановитесь на своем желании, достаточно ли оно конкретно, оно живое, яркое или больше похоже на сухарь. Замените «я хочу» описанием в моменте «я выхожу замуж». Добавьте прилагательных, почувствуйте, как написанное откликается внутри вас, окунает вас в эйфорию. Не знаете, как формулировать желание? Тогда поработайте со мной и группой других людей на моем бесплатном тренинге. Там мы создаем матрицу нашего будущего через такие практики, как медитация, визуализация и вход в альфа-состояние. Мастер-класс длится 3 часа, там нужно работать, но и результаты участников просто бомба. Кто-то получил букет роз, кому-то позвонил мужчина после долгой паузы, а кому-то отдали долг прямо на следующий день. Но самое главное, ты получишь систему практик, которую ты сможешь использовать и после мастер-класса. Если ты еще не была на этом мастер-классе, то обязательно регистрируйся по ссылке под видео. Раскрой меню под этим видео, в описании будет ссылка на мастер-класс. Шаг 6. Заявите миру о своем желании. Произнесите написанное на бумаге вслух, лучше несколько раз. Подойдите к зеркалу и скажите, что вы намерены быть с этим человеком или привлечь любовь. Напишите это на небе. Я не шучу. Посмотрите в синеву и представьте, что ваше желание прописано над вашей головой огромными буквами. Шаг 7. Поверьте в свою мысль. Все материальное возникло из мыслительной энергии, которая пронизывает собой все пространство Вселенной. Значит, думая, мы создаем то, что позже станет нашей реальностью. Как ни крути, мысли материальные. Осознайте это. Шаг 8. Покажите, какое оно ваше желание. Чтобы посмотреть на свое желание, оформите его в виде доски визуализации, карты желаний, альбома с наклеенными изображениями. Например, выберите фото счастливой пары или наклейте совместное фото со своим любимым. Шаг 9. Окунитесь в виртуальную реальность. Пришло время визуализации на альфа-уровне. Сразу после пробуждения, перед тем, как уснуть, лучшее для этого время. Представьте себя в моменте с мужчиной, с которым вы так хотите быть. Радуйтесь не тому, что будет, а тому, что уже есть. Ощутите себя счастливой от кончиков пальцев до кончиков волос. Шаг 10. Захлопните дверь перед ненужным. Для того, чтобы исключить из своей жизни сторонний негатив, создайте позитивные мысли в своем уме, которые не покинут вас целый день. В этом деле на помощь приходят аффирмации, которые можно напевать как песенки. Я легко получаю то, что желаю. Я счастлива и благодарна миру. Шаг 11. Будьте на правильной волне, и Вселенная направит вас. Когда вы верите в исполнение своего желания,
привыкаете жить в новом мире, вы начинаете действовать в унисон с желаемым. И вот тогда появляются новые возможности, уверенность в решениях и намерениях. Шаг 12. Не бойтесь негатива, а любите его. В минуту утраты веры осознайте то, о чем подумали. В мыслях перечеркните негативное суждение красным маркером. Переформулируйте его в позитивную установку. Улыбнитесь и проговорите получившийся вариант. Шаг 13. Поддерживайте уровень вашей энергетики. Этот важный показатель зависит от того, какие эмоции вы испытываете, какой образ жизни ведете. Хотите притянуть желаемое? Следите за уровнем своих вибраций. Постарайтесь исключить стресс, напряжение, обиду, гнев заменить любовью и благодарностью. Шаг 14. Не делайте ни шагу назад. Возьмите себе за правило не возвращаться в прошлое, верить в свое желание при любых обстоятельствах. Помните, если вы споткнулись, это еще не значит, что вы выбрали неверный или непосильный для вас путь. Шаг 15. Скажите спасибо заранее. Поблагодарите Бога, Вселенную за исполнение вашего желания. Представьте себя в момент, когда желаемое станет явью, и вылейте в мир ваше необъятное чувство благодарности. Шаг 16. Проявите терпение. Та жизнь, в которой вы пребываете сейчас, еще некоторое время после, это результат ваших неправильных мыслей в прошлом. Чтобы ваша сила проявила себя, потребуется время. Хотите ускорить процесс? Представляйте желаемое чаще. Как говорит Джо Диспенса, уделяйте медитации 40 минут в день, а если нет времени, медитируйте час. Этот волшебный путь непременно приведет вас к желаемому, а именно к отношениям с дорогим вам человеком. Дорогие мои, важно лишь идти навстречу своей светлой мечте с открытым сердцем, не делать чего-то вдогонку или лишь бы считалось. Будьте честны перед собой, и все получится. А с вами была Алекса Оник на канале Мастер Закона Притяжения.